Всем привет! Привет с Греции! Сегодня я вам хочу рассказать, какой у меня будет завтрак. Такой здоровый зеленый завтрак. То есть это листья салата, название греческое, название марули. Это у меня петрушка, греческое название майдано. И это портулак, такой портулак. Греческое название глистрида. Портулак употребляют в Греции очень много. В салатах его всегда на базарах везде он продается. Это стоит пучок, большой пучок портулака стоит 50 центов. Везде он, если вы пойдете где-нибудь в таверну и закажете салат, он всегда будет. Его всегда добавляют. Так, вот это вот киви. Причем я уже в каком-то видео рассказывала, что киви лучше покупать, греческий не покупать, потому что он невкусный. Это киви из Новой Зеландии. Вот. Ну, это банан, это все знают. Так, причем, когда я кушаю банан, я всегда вот эту часть маленькую вот так вот где-то отрезаю. Вот, потому что есть сведения, когда он поспевает, вот эта вот часть, вот в этой вот части могут находиться какие-то мошкара или какие-то вредные насекомые. Вот поэтому его лучше отрезать где-то так, сантиметр полтора. Я думаю, это не сильно повлияет, даже можно чуть-чуть больше. Это не сильно повлияет, а там это очень мало находится самого банана. Вот так. Так, значит, как мы готовим наш коктейль. Вот я добавляю листья салата, я их не режу, я их просто рву. Вот так вот. Сюда добавляю петрушку. Сюда же добавляю портулак. Добавляю киви. Киви пахнет. Так. Сюда же добавляю банан, уже полная емкость блендера. Я, наверное, не буду весь банан добавлять, этого достаточно. Добавляю сюда немножечко водички. Мы будем молоть. Все это я блендер вкладываю. Вот так получается. Вот такое получилось. Зеленый коктейль такой получился. Сейчас я вам его покажу. Сейчас она выпала. Смотрите, какой красивый. Вот получился такой коктейль. Даже видно зернышки киви. Зеленый. Вот, вспомнила песенка советских времен. По улице ходила большая крокодила. Она зеленая была. Вот у меня такой коктейль зеленый. Все, всем пока. Всем приятного аппетита и до встречи. Пока-пока.